Сегодня из Ростовской области в Донбасс отправился 42-й по счету гуманитарный конвой МЧС. Более 100 машин уже прошли таможенный контроль и пересекли государственную границу. Часть автомобилей направится в Донецк, другая в Луганск. В грузовиках самые необходимые продукты питания – консервы, чай, сахар и макароны. Напомню, с августа прошлого года из России в Донбасс доставили в общей сложности более 50 тысяч тонн гуманитарных грузов.